давайте сравнивать. Ниже праздник. Смотрите, друзья. Подрасти ваши абрикосы. Татьяна Барнякова. Смотрите, когда процесс пошел. Итак, Омск. Это вам не это, не Сочи. Это Омск. Сочи не растет, пусть растет в Омске. В 2007 году выписал лоскутики абрикосов. Внимание, там вот фотографии. Тринадцать лет прошло. Раздавала соседям, засадила, отбраковывала. Теперь это большие деревья по 5-6 метров. Оставил только два. Очень много места занимает товарищ соток. Ну, в стране нету это самое место для нас, для садоводов. А в прошлом году оставшиеся дали небывалый урожай. Небывалый. Ветки ломились под урожай. Вот скажите мне, за 13 лет были страшные зимы, дикие, невероятные, сибирские. Как получилось, что культурные абрикосы у нее живы? Внимание. Косточки. А давайте посмотрим, годится они слово культурное. Итак, вы заразили меня волшебством прививкам. А теперь еще добавились яблони, груши, некоторые сорта ваши. Это действительно большое счастье, ощущать себя волшебницей. Вот она, наша волшебница. Посмотрите. Ну, пусть это не мое, пусть это всего лишь виноград. Нет, это так замечательный виноград. Вот. Мы смотрим дальше. Вот наша красавица. И дерево красавица. И сама красавица. А вот уже пошли абрикосы. Ну что, с косточек нормально пойдет такие? А? С косточек такие пойдут, я спрашиваю. Того, кто там в Европе говорил, что это самое, что мы обманываем. Это уже не мой сад, это мой праздник. Это мой праздник, мой. Это значит, что я не зря на свете живу. А вот еще. Ну, вот это, конечно, амуры с косточки. А то я продаю косточки, знаете, как называют, сеянцы амуров с разных деревьев. Ну и что они, испортились, что ли? Хуже стали. Вот еще. А вот еще. Ну, яблоки, это я подозреваю, что мои. Вот, только я на них сейчас зациклюсь уже не буду. Синап северный, это 100% мой. До сих пор такие вещи. Какая редкость в Сибири.